На конкурс дети читают стихи. Бильва Юля, 10 лет, город Апатиты. Как неожиданно и ярко, Федор Иванович Тютчев. Как неожиданно и ярко на влажном небе синеве воздушная воздвиглась арка в своем минутном торжестве. Один конец леса вонзила, другим за облака ушла, она полнеба покатила и в высоте изнемогла. О, в этом радужном видении какая нега для очей! Оно дано нам на мгновенье, лови его, лови, скорей. Смотри, оно уж побледнело, еще минута, две, и что ж, ушло, как кто одет всецело, чем ты и дышишь, и живешь.